Всех приветствую, продолжаем знакомиться с актерами, актрисами. Американская актриса, сестра Лилиан Гиш, Дороти Элизабет Гиш. Дороти Гиш родилась в штате Огайо. У нее была старшая сестра Лилиан. В 1902 году, в возрасте 4 лет, Дороти дебютировала на сцене, сыграв персонажа «Маленький Вилли» Уистлин, экранизация английского романа Эллен Вуда 1861 года. Подруга сестер, актриса Мэри Пикфорд, познакомила их с режиссером Гриффитом. Девушки, особенно Лилиан, произвели впечатление на режиссера, поэтому он включил их в состав актерского состава и съемочной труппы, которую он взял с собой в Калифорнию для производства там фильма. Дороти и ее сестра дебютировали в постановке Гриффита 1912 года «Невидимый враг». В конечном итоге она снялась более чем в 100 короткометражных и полнометражных фильмах. Много раз с Лилиан. Однако на протяжении всей своей карьеры Дороти приходилось мириться с постоянными сравнениями со своей старшей сестрой со стороны кинокритиков, коллег, актеров, руководителей студии и других инсайдеров киноиндустрии. Гриффит не обращал на нее никакого внимания, но она продолжала играть во многих одно- и двухсерийных биографических фильмах, изучая сложную технику актерского мастерства в немом кино. В «Невидимом враге» сестры впервые появились вместе, и Лилиан смотрела на Дороти со совсем присущим ее положению высокомерием и грацией. Лилиан не смогла сдержать свое удивление и, уходя со сцены, сказала: «Ну что ж, Дороти хороша, она почти такая же, как и я. Многие больше, чем я, думали, что Дороти была лучше». В 1914 году Дороти сбил и чуть не убил гоночный автомобиль. Ей было 16 лет. Авария, которая едва не привела к летальному исходу, произошла, когда Дороти прогуливалась Лилиан. В 1916-1917 годах Дороти продолжала расширять свои актерские способности, снимаясь в различных фильмах студии Гриффит. Была показана во многих полнометражных фильмах. Эльмер Клифтон снял серию из 7 комедий Paramount Aircraft с Дороти, которые были настолько успешными и популярными, что огромный доход, который они получили, помог оплатить стоимость дорогостоящих эпопей Гриффит. Эти фильмы пользовались бешеной популярностью у публики и критиков. Она специализировалась на пантомиме и легкой комедии, в то время как ее сестра появлялась в трагических ролях. Телевидение в 1950-х годах предоставило многим актерам сцены и кино возможность выступать в пьесах, транслируемых в прямом эфире. Дороти рискнула освоить новую среду, появившись в виде театре NBC Lux 24 ноября 1955 года в постановке «Мисс Сьюзи Слэгл». С 1930 года до своей смерти она снялась еще только в 5 фильмах, включая «Наши сердца были молоды и весело» 1944 года, который стал хитом для Paramount. Дороти Гиш была замужем только один раз за Джеймсом Малчем Рени, актером канадского происхождения. Гиш и Рени оставались вместе до своего развода в 1935 году. Дороти больше никогда не выходила замуж. Умерла в возрасте 70 лет в 1968 году. Награждена звездой на Голливудской аллее славы. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о американской актрисе Дороти Элизабет Гиш, сестре Лилиан Гиш. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.